Друзья мои, включайтесь, подключайтесь, потому что у нас вот очень быстренько все происходит. Уже первая досрочка, первая команда с досрочкой уже идет. И это команда «Варяги», наши херсонские друзья Леша и Рома. Так, будем сейчас переключаться, показывать, они будут бежать, уже все их тут встречают. Так, и это у нас первые ребята, первая досрочка, варяги, сейчас будут нести рыбу. Я думаю, они втулили плотву по-любому, на мормышку со льда. На мормышку со льда, плотву, ну да, и такую, причем килограмм на 80. Ну да. Это только глаз. Ну, все-таки, ребят, сразу говорю, настроение здесь у всех отличное. Атмосфера просто, что вам сказать, сногсшибательная. Что, экипаж «Варяги» так подняли настроение? То есть, надеждой, то вчера были все настроены на много нулей, но если уже досрочка, то... И досрочка есть быстренькая вот такая, да, в принципе, да. По такой-то погоде. По такой погоде и быстрая досрочка. Сейчас будем видеть, как ребята будут сюда... Просто нестись и нести с собой хороший, я надеюсь, какой-нибудь трофейный такой экземплярище. А может даже не один. На рынок, говорите? А, ну тут вот местные специалисты говорят, что тут рынок недалеко. Ну посмотрим. Я вас уверяю, у нас главный судья Александр Шевченко, он-то знает, какая с воды, да, какая с рынка рыба. Поэтому сейчас будем смотреть. Ну да, еще не надо забывать, что видеофиксация по-любому стоит на каждом. Рыба небольшая, но несется. Это, по-моему, Леша. Вот. Это варяги. Леха, привет. Давай, красавец, первые. Вот они, первые. Так, смотрим обязательно, чтобы была живехонькая, чтобы была красивенькая. Судачок, вроде бы судачок. Оп. Молодцы, живой. Забирай на линейку. Брось стол. На линейку. На линейку. Прием. Головой сюда. Отходите, отходите. Зачет? Да. Зачет. И на сцену обходи. Обходи на сцену. Мы должны отдать. Так. Вот, друзья, нешуточные страсти у нас тут кипят. Так, и это вот команда «Варяги». Килограмм 160 грамм. Повторите еще раз. 1 килограмм 160 грамм. Кило 160, Леха. Красава. Так, вот лайки тоже летят, ребят. Нет, лучше ее сейчас на камеру выпустить. Так. Леха, поздравляю с первой рыбы. Спасибо. Ой, а ой, хорошо. Ой, пошла. Так, ну что? Леха, вперед! Варяги! Красавцы просто! Так, ребята из Херсона, если нас сейчас смотрят, то вот, вы видели. Причем, ребят, как я и обещал, очень все стремительно, очень настолько все как-то быстро происходит, и это классно, это круто. Это и, очень... Наверное, зрители интересуются, почему такую рыбу привезли на взвешивание. Дело в том, что экипаж посчитал, что рыба может быть сильно повреждена и не дожить. Поэтому они решили досрочно ее взвесить. Да, потому что обязательно условия и в правилах прописано, рыба должна быть какая, парни? Живая, живая. Только живая. Плавничками вот так, как журавель вот так вот. Это... Как журавель плавничками? Зависть, знаете ли, это такое дело, которое...
как и месть, подается холодным. Вот Кирюха очень меня любит, я ему передаю огромный привет и буду ходить как без верхи. Вот так. Друзья, ну а мы что? Мы пока тоже сейчас будем выходить из эфира, потому что чего вас томить, вот это вот, чего вас держать в каком-то напряжении. Все ситуативно, все очень стремительно и быстро. Спасибо за то, что лайкаете, за то, что смотрите нас. Спасибо же огромное. Мы вместе с вами, а вместе с нами еще и мужний бренд «Казацька Рада». Вот с нами же это... Стоит красивая лодка Тюна ТТ-500, это наш приз, который будет кому-то вручен по итогам всех туров 2018 года. В общем, об этом вы тоже хорошо все знаете. Выходим из эфира и встретимся, как только кто-то будет идти на досрочку. Она будет, мне кажется, очень быстро, потому что с такими темпами Днепр, я за вас. Друзья мои, ребятки, ставим лайки и подключаемся, как только у нас будет... Сейчас еще приходить экипаж. Так, дядя Юра еще что-то хочет сказать, конечно. Ну что, ребята, это, конечно, первая рыба, судак, слава богу, живой. Все нормально, молодцы, ребята. Да, варяги молодцы. Все, ребят, до встречи. Выходим по ситуации. Спасибо.